have ways of blowing things up. Ну что ж, здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы с вами идем в чертов портал. Здесь у нас остался один проходик, который, по-моему, там нам ключ нужен. Или это мы сейчас как раз к нему ключ и получим здесь. Да, пульки я заберу. Мы с вами оказываемся в... Откуда у нас вылезут ребята? Отсюда откуда-то со стен, да? В общем, придется держать оборону. Можно еще упасть. Вроде как не самая здравая идея. В прошлый раз мы так сделали, получилось не очень. Мы можем сразу же побежать сюда. Это, кстати, может быть неплохо. Я не знаю, сколько их вылезет. Или же сюда. Вот так вот можно сделать, чтобы у нас тут был кто-то один. Они что ли не дураки стали? Они в яд не идут? Или что происходит? Там открывается все больше и больше. Ребят, вы идти будете? Два. А, мы еще и промазываем. Еще и урона по 7. Ох, сколько вас тут. Ребят, а что так много? Критический и промах. Нормально. Есть. 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 Так, она у нас танкует, поэтому ей вроде как зельку можно дать, да? Опа. Промах. Огромнейший дядька, короче, такой с этим... Ой, он еще не полностью восстанавливается. Со щитом, с этим. Промах. Осечка. Как я это обожаю. Осечка. Ой. Да, три осечки подряд. Ты нормальный, блин. Фух, нам из этого живыми выбраться надо. Он такой, осечка. Чтоб тебя. Так, знаешь что? Вот тебе вторую руку камни. Просто кидаться ими будешь, если что. Хлебушек покушай. Ты вон колбаску кушал, теперь на хлебушек покушай хотя бы. Ёлки-моталки. Вот это нас сейчас, конечно, прижали. Давайте мне тяжелую броню. Че там на пятом? На четвертом штрафом не будет облагаться еще тяжело. Мне, в принципе, пятый качать незачем. Мне дальше нужно качать оружку, потому что... блин, мне это все не надо. Ну, нет, шлем мне, наверное, надо. 4. 5. При отсутствии навыка тяжелая броня. Да ну нафиг, ради одной защиты. Не хочу. Они мне тут кучу мусора понаставляли. Это, конечно, все здорово. Так, на тебе тоже колбаски перекуси. Божественная колбаса. О, мешочек с лутом. Компас. А как ты мне нравишься. Еще одна отмычечка. Замечательно, хлебушек просто великолепно. Записочка. У меня было больше снаряжения, чем я мог унести на себе. Поэтому часть из него я пришел... Я спрятал между двумя фонарями в восточной части. Два фонаря, восточная часть. Так, это нужно будет обязательно сходить туда. Теперь мах и волшебник. Навыки. На третьем уровне навык от... Вот, восстанавливается быстрее. Мне это нужно принять. Спасибо. Это я у тебя тоже заберу. Тут секреточки никакой нету? Нету, хорошо. Метать... Это что вообще я подобрал сейчас? Духовая трубка. О!
Усыпляющий дротик, особая атака. 5-15. Стрелковое оружие. А мне понадобится 3... А, вот оно, дротиками стреляет. Все, я понял. Пусть оно тут тогда и будет. Хавчик мы сейчас немножечко переложим. Ну, у нас потихоньку засоряется инвентарь, но не так, чтобы очень сильно. А вот и дротики. Я тоже соберу. Я жадный. Я злой и страшный. Жадно, страшно, злой. И все, что только можно придумать, какие эпитеты вы мне хотите еще подкинуть. О! А вот это выглядит симпатично. Факелы надо немного поскладывать. Они мне... Это складываются по многу, стакаются. Так, один я оставлю. Хорошо. Легкая броня. Защита 4, уклонение 2. Знаете, нафиг мне этот шлем. Он хоть и тяжелый, но он не какущий. Я поменяю. Тут больше ничего нету. Эти подземелья, они же пропитаны тайной. Хорошо. Сюда мы тоже, получается, сходили. Тут. Тут тоже какие-то шмотки, погоди. Штаны. О! А это, это выглядело как сет, если что. Туфли, правда. Защита 3. Защита 4. Неплохо. У тебя вроде штанов не было. На, держи. Носи с гордостью. Тут никаких секреточек вроде как не вижу. И даже не наблюдаю. Ну, хорошо. А хочу ли я падать? Там крысы. Так, давайте вот так сделаем. Я сохранился. Опс, капс мне не нужен. Поехали. Те ребята просто бессмертные твари. Я хочу посмотреть, что будет, если я это переживу. Так, хилку. Да, но это пережить невозможно. А где вообще? Какое-то место непонятное. Ясно. Загружаем. Да, но это как-то страшно, ребят. Они наносят просто какой-то чудовищный урон. Я ничего не могу с ними сделать. Не знаю, попытаться еще пару раз, может быть. Давайте посмотрим. Я их убил. С какого-то там раза. Фух. Но это свершилось. Не знаю, я, наверное, раза три загружался. Пришлось и хилочки себе варить, и всякое такое. Так, навыки. На тебе алхимия. Вот. Зелья станут сильнее. Хорошо. Это как раз то, что мне нужно. Лишний ножик. Лишние два ножика. Пришлось бомбу, кстати, использовать. Очень печально. Но без бомбы не выходило. Так, навыки. На тяжелую броню идем. И спим. Все, отдыхаем, просто восстанавливаемся по максимуму. Их там три штуки. Вот, один фехтовальщик и два метателя. Просто
очень тяжело справляться с этими уродами именно в таком составе, как они есть. С пистолетом постоянной осечки, они тебя бьют с разных сторон. Ты только одного начал хорошенько так раздамаживать, они начинают напирать с другой стороны. И, в общем, страшно, очень страшно. Но мне интересно было, что это за место. Потому, ну, ребят, любопытство, знаете. Две зельки, ну, два целебных зелья мне вернули, один грибочек мне вернули. Что-то где-то там открылось. А, это, наверное, вход к порталу открылся, чтобы я мог отсюда свалить. К чертям. Хорошо, тут мне вернули две зельки, а тут что? Как минимум факел. Ой, стрелы. Стрелы — это тоже неплохо. Кнопочки? Или не кнопочки? Бомба! О, огненная бомба. Хорошо, я потратил морозную бомбу, мне вернули огненную. То есть немножечко компенсировали мне того лута, что я потратил. Конечно, не фонтан, но приятно. Если это выжить, то, в общем-то, да. Куда я попадаю? Я попадаю просто обратно. А здесь я попадаю обратно сюда. Хорошо. Это я все делал из-за чего? Из-за... А, это обратно закрывает. Куда я дел ключик-то, который я подобрал? Не золотой ключик, а... Вот этот ключик, который мне нужен был. Все это было из-за ключика, который я использую сейчас вот сюда, скорее всего. Не так, так, так. Чертов факел. Факелы пока что буду хранить, как предметы, которые можно выкинуть где-нибудь, оставить. Вы знаете, здесь это актуально. Фух. Ладно. Поехали открывать ту чертову дверь. Это тот чувак, он выглядел как босс, если что. Если уж на то пошло. Он такой хе-хе-хе и сбежал. Это вот сюда. Да, он, по крайней мере, подходит. Супер. Оно пошло сюда. Давайте смотреть. Мне нужно будет огненный шар, наверное, выучить, если будет такая возможность, чтобы можно было стрелять огнем, а не просто в упор бить. В упор, конечно, тоже прикольно, но хочется, хочется большего, знаете, нужно стремиться. Так, тут у нас проходец наверх. А вот и четвертое. Угу. За ногу. Да, да, смешно, я оценил. Я оценил, насколько это было смешно. Хорошо, четвертая сфера. На время, нет? Погодите, а может мне туда надо? Минуточку. Так, сохранились, поехали. Это какое-то новое место, стойте. Мумиё. Мумиё это вроде как не страшно. Ну, конечно, если попадать по нему. Огня не боятся. Хорошо. Портал. Зачем? Главное, почему? Отмычка. Просто бесценно. Кусок сыра. Чувак, ты же крыса. Тебе сыр это должно быть вообще самое вкусное, что ты в жизни пробовал. Да-да, стереотипы. О, фаланга, идите сюда. Шар! Ну, мне так нравится, как он мажет. Мажут все абсолютно. Просто пати мазунов.
еще один. Но один вроде как не должен быть проблемой. Иди сюда. Цып-цып-цып. Точность им надо качать будет просто зверски. Потому что неважно, какое мне будет оружие, если я вот так буду мазать под конец игры, даже в середине игры, то мне просто задница. Я вот сейчас с крысами так намучился, думаете, потому что они такие сильные? Потому что у меня половина ударов по ним просто не проходит. Если бы я их быстрее убивал бы, они бы мне меньше урона наносили бы. Это прям логично, да? Не поспоришь с этим. Правило первой игры здесь абсолютно работает. Если нужно, если видишь какую-то дырку, блин, упади в нее. Потому что без этого никак. Тут вещи очень интересные творятся. Да, иногда тебя это просто наказывает, но... храм чревоугодия. На. Или там прям много надо? Погодите, там кто-то дышит у меня за спиной. Или не за спиной? Я на всякий случай проверю. Портал — это просто свалить отсюда, да? Да. То есть храм чревоугодия — это секретик. Я так полагаю, что нужно положить много еды. Да. Но потом будем выходить, я ее заберу. У вас тут не так много вроде. Я не хочу на этого тратить магию. Хотя, черт с ним. Магия мне сейчас пригодится на вот этих ребятах, которые вот тут вот стоят. Вот, вот видите? Бах! Я по такой толпе попасть не могу из 4 медленных зомби, поэтому мне приходится их всех колечком шугать. Там... Да, кто-то еще ходит. Блин. Знаете что? Я думаю, вот так вот сделаем. И поспим здесь. Отлично. Уложим черепашатину на место. Пойдемте еще парочку зомби ушатаем. Я не хочу, чтобы он с двух сторон. Здравствуйте. Это вы удачно подошли. Здравствуйте. Еще раз. Привет. Такие как обиженные девочки. Да что вас так мало тут? Крыса вообще у нас уникальный персонаж. Промахивается потому, почему даже в принципе промахнуться невозможно. Ух. Но у нас сейчас все маг затаскивает. Все? Мы со всеми поговорили. Восстанавливайся, пожалуйста, скорее. Книжка. Ух ты ж. По-моему, что-то где-то открылось. Или мне кажется. Кладезь здоровья, кстати, было сказано. Это сколько нам добавит здоровья? 25! И у нас так, 116, 155 и 113. Ну, по-моему, все логично. Здоровье нужно добавлять нашему танку. Черепашатину мы потом заберем. Я вот сюда вот еще хочу сходить. Да, тут у нас еще хил... Это не хилка, это какая-то другая зелька. Интересно. И я уверен, что тут где-то что-то еще должно быть. Ну, не может быть такого, что я пришел
И тут ничего нету, правильно? Ну, в смысле, да, тут есть лут, тут есть зомбачки. Книжечка хорошая, не спорю. Против книжечки вообще ничего не имею. Но потайные дверки. Мне нравится, что они оставили здесь звуковую дорожку, вот эту вот из тех подземелий с криками далекими. Я уже не знаю, но это так атмосферно выглядит все. Так, храм. Опа. 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 На тебе черепашатинки, пожуй. Пожуй мясца! Я понимаю, это звучит немножко не так, как... ну ладно. Книжечку забрали, секретик наведали. Я доволен, как слон. Валим отсюда. Хорошо, меня скинули в ту же самую сторону. Секретик внизу облутали. Давай хр-хр. Восстановим немножко энергию. С крыс надо что-то делать. У него куча оружия, но большинство из этого всего бесполезно. Блин, а сюда? Ты меня бить будешь? А у меня что, какой-то обувки, что ли, кидается? Что за босс-молокосос? Не, ну так-то смешно, конечно. Ты дурак? Что это было? Да, ключ, ключ. Это посох, боевой посох. Легкая двуручная древка. Период ожидания 4 секунды. Оружие дальнего боя. О, это мне нужно. Ну, как минимум, вместо этого жезла. Да, он двуручный. А, я понял, я с ним не могу магию кастовать, он чисто у меня из заднего ряда будет бить. Это если магия закончилась, чтобы можно было чем-то навернуть человека, да? Понял, хорошо, пусть будет на втором оружии. Черт с ним. Очень странный какой-то парнишка был, вам не показалось? Так, вот это все можно тоже попадать, если что. Зачем? Черепашатину я, кстати, заберу. Тут целых два куска, неплохо. Поспим? Не вижу в этом ничего плохого. Тогда знаете что? Посох-то можно вот так вот сделать, да? Вот, я думаю, вот это будет самое то. Такой и свалил. Выпустил на меня черепаху. Почему-то ему показалось, что черепаха мне будет опасно. Блин, дружище, у тебя тут прям много всего, да? Бутылки, дротики, жрачка, сыр. А, съешь его сразу же. Надо опять наводить порядок в инвентаре. А, у нас тут нет скважины. Она, скорее всего, тогда с другой стороны. Но раз я ключик подобрал, это же не может быть просто так, да? И почему там факел на стене остался, как я его не забрал? Что за дверь? Вот что мне интересно еще.
Так, ты идешь со мной. Оп, перегруз. Маленько. Начинается у нас проблема с перегрузом. Здравствуйте, до свиданите. Привет. У меня для тебя новости. Ты собираешься стать шашлыком. Блин, факел начинает потихонечку уходить. Хорошо. Четыре камушка у меня есть. Компас? А компас мне, наверное, нужно в руку кому-то всунуть, чтобы он... Там за стенкой ребята какие-то не очень довольные. F5? Ага. Они идут сюда? Нет. А, это просто черепахи. Ребята, мясо снова в нашем меню. То есть реально он меня решил пугать черепахами? У него тут стадо боевых черепах, которые заточены на убийство путников. Я не ожидал, что там третий есть. После вот тех крыс-фехтовальщиков, вот эти черепахи, это просто прогулка в парке. Ну, смотрите, реально, бесплатное мясо. Много. Проблема со всеми этими блужданиями в подземельях, что я немножечко подзабыл. У нас есть две отмычки. Три отмычки. Фига себе, я богатый. Я подзабыл, где у нас находятся сундуки, которые нам там надо было вскрывать. И как вообще к ним добираться. Слушайте. А с этим данжем вроде все. Я, конечно, не хочу ничего сказать. Раз, два, три. Так. Уровень ниже. Ну, вот эти дырки, они вроде как попадают под вот этот вот данж. Я не думаю, что там что-то другое. А как мне теперь это открыть? Это же единственный выход отсюда. Не, погодите, там же была какая-то вторая дверь, да. А, собственно, от нее... я понял. Это и есть выход. Шашлычок. Из игуанки... О, сюрикены, блин! Здравствуйте, ребят, давно вас не видел. Интересно, я уже пропускал такие сегодня? Ну, вот в этой серии, в прошлой серии. Я эти две записываю подряд. Были тут еще сюрикены или нет? Я заберу, спасибо. Я как раз заканчивается. И куда я выйду? Где-то, наверное, или стена откроется, или уж не знаю. Посмотрим сейчас. Какой-то странный босс этот был. Не знаю, насколько он босс, правда. Тут помещение. Тут помещение с едой. Ой, блин. Да. Мне нужно начинать потихонечку избавляться от разного хлама, наверное. Переберу как-нибудь все. Блин, сколько тут записок-то? Так, трюкач приходит и уходит, а боль останется всегда. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я понял. У меня... Так, это мы поищем, где в восточной части леса древоногов. Понял. Здесь внизу я обнаружил храм. Жаль, что я не запасся провизией. Угу. Провизия. Провизия у меня есть вроде как с собой. Все нормально. Причем мы это наш...
Интересно, это записка с ха-ха-ха была или с... Ой, блин. Перегруз? Нет, еще не перегруз. Угу, это прямиком кристалл у нас закинет. Здорово. Но что тогда там? О, там выход наверх есть. Это тебе, а это тебе. Два свитка. Значит, силовое поле создает магический барьер, блокирующий любое передвижение. За каждое вложенное в концентрацию очко навыка действует. Это интересно. А рецепт чего я нашел? Зелье защиты, эфирная водоросль. Зелье защиты. Рецепты, ладно. К чему мне сейчас дали защитное поле? Не знаю. Это настораживает. Куда я попаду? А, я понял, где и где я окажусь сейчас. Все, до меня доперло. Ой, там ребята ходят. Сейчас я открою шорткат. И пойдем еще с этими ребятами пободаемся. Уи! Блин, промах. Ну, эти деревяшки, они тоже, по идее, не такие уже и сильные после того, что я видел в подземелье. Попадать бы еще, да. Наверное, броню дальше 4 уровня я качать не буду, я просто смысла не вижу. Так, кстати, нам вместо... У нас только 2 сюрикена, но это будет в любом случае лучше, чем камушки. 5-18, хороший урон. Нам надо больше сюрикенов. Заперто. Нифига. Чувак, ты мне не можешь говорить про заперто. Итак, колечко. Малый щит. Оу, щит. Так, ну так одень его. А, да. Уклонение плюс 2. На, держи. Пульки тебе, держи. Хорошо, этот ящичек открыли. Пойдемте теперь, наверное, сразу напрямую к тому ящичку. Он у нас прям по курсу находится. Это, по-моему, вот этот был неоткрытый, или в подземелье, который был неоткрытый. Ну-ка, ребят, напомните ко мне. Сейчас посмотрим. Да, мы тут уже были. Или вот этот был неоткрытый. О, вот там, кстати, да, там ящик неоткрытый. Давайте я к нему схожу. Даже если в ту локацию мы прямо сейчас не пойдем, бонусы из ящичка всегда приятные и всегда хороши. Поэтому я предпочитаю сходить сразу. Там какой-то дракон. Надеюсь, мне сейчас ничего задницу не поджарит тут. Ну, тут что-то летает. Тут что-то летает. Опа. Скидываем. Выглядит как броня, а это выглядит как факел. Ладно, забрали. Уехали отсюда. У меня еще одна отмычка есть. Что я хотел бы с ней сделать, с этой отмычкой? Наверное, пойти пошариться у нас в подземелье. Я не помню, тут ящик открытый, не открытый. Здесь на уровне у нас два ящика. Раз, два. Оба они открытых. Здесь точно открытый, точно открытый, точно открытый. Этот вроде тоже в подземельях. Мне кажется, вот этот вот. А как к нему попасть? Вот тут. Отдельный спуск, да, к нему? Давайте, давайте туда слазим. Жаль, что тут, наверное, нету такой штуки, как меточку. Типа поставила, и она тебе будет говорить, как вырулить направо-налево, чтобы ты правильно дошел.
Но, пожалуй, это было бы слишком казуально, что ли, так поступать, уж не знаю. Меточки сейчас у нас везде присутствуют. Сюда же? Да, сюда, хорошо. Там маленький данжик, до него идти недолго, он уже здесь, и внутри ходить недолго. Я просто очень не хочу пропустить что-нибудь ценненькое. Да, вот он. Потратим нашу третью... А, он тоже открыт. Я все открыл? А, под нами... Ничего нету. Сюда бы тогда еще провалиться по-хорошему, да? Давайте попробуем. F5. Ай. Блин, и у меня сразу веса стало слишком много. Чтоб тебя. Так. Попробуем хавчик переложить. Все, теперь я могу двигаться. Хилочку я, наверное, сейчас использовать не буду. Мы потом где-нибудь... В каком-нибудь... Блин, это было зря, да? Тут нет никакой тайны. Нет ничего. Блин, это было зря. Тогда я просто не буду туда падать. Давайте загрузимся. Ну что ж, тогда на выход. Ау. 4 камня. Нам теперь, видимо, в тот храм, что ли? Уж не знаю, сейчас посмотрим. Я думаю, что мы все сундучки пооткрывали, все секретики глянули, во все ямки попадали. Пойдем в тот храм, посмотрим, пощупаем, полазим, что там творится вообще и нужно ли нам. У нас 4 камня. Хух. А как... Завладеть 4 самоцветами могущества, чтобы выплавить из них сущность стихии. Но не каждый камень лежит на поверхности, некоторые сокрыты глубоко под землей. 4, да? 4 самоцветами могущества. Самоцвет могущества. 4 штуки. Есть. Кстати, тебе покушать не надо. На хлебушка наверни. С едой тфу-тфу пока что... А, вот, кстати, трайльмейский доспех. Легкая броня. Я так полагаю... Энергия 5. Защита 3. Уклонение 5. Минус 5. Энергия 5. Защита 2. Энергия это же вот... да, это вот прям... Так это шмотка на мага получается. Пофиг, что у него будет уклонение меньше. Уклонение минус 8. Блин, уклонение минус 8, это прям больно. Ладно, пока что посмотрим. Мне на него энергия. Вроде как я стараюсь, чтобы его не били. Так, слышу тебя, путник, есть мой. Будь осторожен в храме, в храмах стихии, никогда они не были святыми местами. Посети все храмы и выполни требования философских камней. Лишь тогда тебе можно открыть путь отсюда. Все храмы выполнены... Так, один философский камень мы нашли. Это место почитаем природной стихией огня. Руна огня покровительствует силе... Так, 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 хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Я понял. Похоже, что в этом храме мы... Или... Эссенция огня. И что мне с ней?
Это место подчиняет природной стихии огня. Руна огня покровительствует силе, теплу и магме. Наибольшая концентрация силы огня отмечена на северо-западе. Ну, то есть я добыл 4 камня, превратил их в руну огня. Все хорошо, все прикольно. Что мне нужно? Погодите. Где там было? Я обнаружил храм, жаль, что не могу. Да-да-да-да-да. Трюкач приходит и уходит, а кушать хочется всегда. У меня было больше снаряжения, чем я мог унести на себе, поэтому часть из него я спрятал между двумя фонарями в восточной части леса. Так, мне нужен глобус. Север туда. Красный — это север. Восточная часть... Блин, а так у меня карта есть. Погодите. Если север наверх, получается, это восточная, это западная. В восточной части... А, где эта штука? Я спрятал между двумя фонарями в восточной части леса древоногов. Это вообще не здесь. Это у нас... А, это лес древоногов, да. Между двумя фонарями в восточной части. Ну, я полагаю, что здесь. Идемте посмотрим. Два фонаря. Вот два фонаря. Вот восточная часть. У кого там лопата была? Да. Отлично. Заперто? Ой, так у меня отмычка есть. Прикинь, какое совпадение. Кладезь лидерства. Так, погодите, а что лидерство-то делает? Придает черту лидерства, остальные бойцы получат бонус плюс один ко всем атрибутам до тех пор, пока лидер группы жив. О-о-о! Погодите, статусы, урон, сила, точность, черты. Продвинутая алхимия, красава, алхимик. Так, ну поскольку я не собираюсь, чтобы у меня кто-то дох, начнем с этого. Черта лидерства, черты. Боец, человек, крепость, проверенность, тяжелая броня, легкая броня. Плюс один к чему? Ко всем атрибутам. Статус, черты, навыки. Атрибуты. 15, 15, 13, 10. Ко всем. Это круто. Я ставлю на нее, наверное. Поскольку я не собираюсь, чтобы у меня кто-то из моей пати дох. Да? И тебе тоже плюс один все. Блин, тут ловкость качать, кстати, надо. Навыки. Точность. За каждое очко, да-да-да-да-да, а на втором уровне навык ты можешь проводить атаки ближнего боя заднего ряда, да, но мне это не нужно. Точность повышается на 10. Статусы, точность. Минус 4. Точность 12? Точность минус 4. А мажут, блин, они одинаково, вы чё? Так, тут у тебя этого нету. Точность 16! И тоже мажет просто не по-человечески. Так, тебе нужно будет, смотри, навыки. Я тебе еще качну тяжелую броню, получается. Потом мы с тобой будем качать тяжелое оружие. На пятом уровне сможешь носить двуручное оружие одной рукой. Да, мне, пожалуй, это нужно будет. Я даже не знаю, что сначала качать, точность или тяжелое оружие. Наверное, все-таки... Я даже не знаю, может, один уровень туда, один туда. Посмотрим, как это все будет происходить. У нас там еще была вот эта штучка с запасным выходом. Я уж не знаю, что за запасной выход, но это мы с вами уже определим в следующей серии. Пока что мы сохраняемся.
Будем заканчивать серию. Спасибо, что были с нами, ребятушки. Увидимся в следующей серии. Спасибо, что были, что приходили, что приходите. И прошу, приходите дальше, потому что будет еще интересней. Вы точно не пожалеете. Всем удачи, добра, добра. Всем ладушек и всем покеда.